Многие знакомы с тем, как не просто бегом добираться на обычный 5-й этаж, а как насчет забега на 61-й, вот в этом небоскребе во Франкфурте. Для местных энтузиастов это вызов, но вполне осуществимый. В ежегодном забеге на небоскреб участвуют как профессиональные спортсмены, так и любители. А еще местные пожарные. Для них такие соревнования особенно актуальны. В целом бежит 426 человек. Стартуют каждые 30 секунд. Впереди 1200 ступеней. Это 222 метра в высоту. На финише многим нужна поддержка. На 30-40 этаже включается мозг. На каждом этаже смотришь, сколько еще осталось, проверяешь время. Но как только начинаешь это обдумывать, то сбиваешься с темпа. Нужно прилагать усилия и сохранить ритм. Снова и снова побеждать в борьбе с гравитацией. Это всегда вызов. В ходе забега установлен новый рекорд – 6 минут 25 секунд. Вначале я поскользнулся, потому что было очень влажно. Я упал на ступеньки, но несмотря на это забег прошел хорошо. Очень хорошо, я очень доволен. Такой забег во Франкфурте проводят уже в 5-й раз.